Здравствуйте, в эфире Десна ТВ. В студии информационная программа «День за днем» Олег Соловьев. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Это у нас Сафарова Софья. Здравствуйте, уважаемый Олег Николаевич, вам пишет Сафарова Софья. Я мечтала с вами встретиться. Письмо дошло до адресата. Глава города Андрей Шубин читает письма школьников. Жители города просто выразили свое отношение к предложенным изменениям в устав. Публичное обсуждение изменений в устав города Десногорска. 12 вопросов. Работаем дружно. Состоялось совместное заседание постоянных депутатских комиссий. Здесь собралось очень много выпускников, их родители. И все уже ждут, когда же начнется праздник. В городских школах прозвучали последние звонки. План по посадке зерновой группы на запланированных площадях Смоленской области выполняется с опережением и близится к завершению. Из-за теплой погоды весенний сев планируется окончить раньше срока на 2 недели. Остающих районов нет, работа идет слаженно. Для более быстрого и качественного результата аграриев поддерживают областные власти. По этой причине в регионе увеличат пашню на 30 тысяч гектаров. Такую площадь земли планируется ввести в оборот в 2019 году в рамках соглашения с Минсельхозом. В весенних полевых работах участие примут около 2,5 тысяч тракторов. В этом году сельскохозяйственные товаропроизводители области приобрели 106 единиц техники и оборудования на общую сумму 133 миллиона рублей. В рамках проекта «Открытая власть города» и российского движения школьников Совет самоуправления «Первая школа Десногорска» воплотил в жизнь давнюю идею. Акция «Письмо мэру» – оригинальное мероприятие, которое набирает обороты по всей России. Присоединились к этому движению и школьники из Десногорска. Ребята написали письма главе города Андрею Шубину, в которых рассказали о своих инициативах, предложениях и отношении к власти. Подробности далее в сюжете. После проведения в первой школе живого урока, на котором ученики могли не только написать личное письмо мэру, но и задать ему 10 вопросов, письма вручили адресату. Забрать школьную корреспонденцию мэр города приехал лично, поэтому участники проекта смогли встретиться с героем своих писем. После того, как все письма были доставлены в городскую администрацию, Андрей Шубин внимательно прочитал каждое. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Я хочу предложить некоторые вещи. В Десногорске нет дома для бездомных животных. Я не раз видел их медленно идущих куда-то. Мне хотелось бы, чтобы в городе был приют для них. Мэр города смог дать ответы на большинство вопросов. Он ответил на вопрос Шурдова Сергея, братьев Бобылевых, Табунидзе Давида и других авторов писем. Школьники написали и о плачевном состоянии городской набережной, и о нехватке дворовых футбольных полей, и новых игровых площадок. Эти и другие проблемы Андрей Шубин со своей командой уже решают в плановом режиме. В текущем году город получит обновленный пляж. Современный внешний вид, новая инфраструктура. В принципе, в средствах массовой информации на наших интернет-площадках можно было увидеть внешний его облик. Также Андрей Шубин сообщил, что совсем скоро в центре города появятся 2 игровые площадки. Их организуют напротив деревянного храма и возле городского фонтана. Несмотря на некоторые трудности, о которых дети сообщили мэру, жить и учиться в родном городе им нравится. Большинство из школьников изъявили желание провести городской субботник и сделать его плановым, прокатиться с мэром на велосипеде и совместно провести совещание. Прочитал Андрей Шубин и письма с личными просьбами. Я очень хочу с тобой встретиться. И я прекрасно знаю, что у вас очень много дел. Но у меня есть одна просьба. Можете, пожалуйста, нанять моего папу на хорошую работу? Глава города пообещал помочь и с этой проблемой. Большинство ребят попросили провести один день с мэром, чтобы познакомиться с ним и его работой поближе. Также в планах у мэра велопрогулка с ребятами, которые его пригласили. Более подробно и адресно мэр города ответит ребятам на предстоящей встрече с авторами писем. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленской области за последнюю неделю клещи успели покусать 148 смолян, в том числе 54 ребенка.
Всего же с начала года число пострадавших составило 418 человек. Эти данные регионального отделения Роспотребнадзора. Были исследованы 126 клещей, 51 из которых сняли с человека. Во всех случаях эти паукообразные являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, при которых возможно поражение кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем. В Роспотребнадзоре призывают жителей Смоленской области проявлять бдительность в период активности клещей и в целях защиты применять средства для отпугивания насекомых, например, аэрозоли-репелленты. Публичные слушания в городской администрации – постоянная и действенная практика, позволяющая всесторонне обсудить предстоящие изменения и дать им объективную общественную оценку. Очередная встреча представителей власти и активных граждан Десногорска состоялась 14 мая в администрации города. Подробности далее. Очередные публичные слушания были назначены для обсуждения изменений в устав города Десногорска согласно разработанному проекту. Изменения предполагают сократить количество депутатов с 16 до 15, что соответствует ранее принятым от граждан обращениям. Заседание вызвало широкий интерес у общественности и проходило в активном режиме. Когда в избирательных округах многомандатных, вспомните, один человек набирает 300 голосов, а второй набирает 30 голосов. И проходят все, а в соседнем округе кто-то набрал 400 голосов, но его опередили 500, 600 и так далее. И получается, какое равенство среди депутатов, какое представительство он имеет. А в одномандатном округе, если его, я буду просить депутатов, чтобы это сделали, в обязательном порядке, может быть. Я знаю, что я довел свою точку зрения, меня избрали. И я буду отвечать один в этом округе. Так что я прошу сейчас проголосовать то, что предлагают депутаты. Уважаемые присутствующие, с обращениями ознакомлены, поэтому ставится вопрос на голосование. Были высказаны разные мнения о предполагаемых нововведениях. Это позволило десногорцам объективно оценить возможные перемены и выразить свое к ним отношение. Из 107 присутствующих за принятие изменений в устав проголосовало 85 человек, против – 11, еще 11 воздержались. Кроме этого, общественностью был рассмотрен вопрос создания одномандатных избирательных округов. Это позволит жителям знать, какой депутат ответственен за конкретный городской участок. Либо у нас будет три пятимандатных округов, либо будет 5 округов трехмандатных, либо будет 15 одномандатных округов. Несмотря на различные формы образовательных округов, многие жители имеют свою категоричную и обоснованную точку зрения по этому вопросу. Микрорайон, 5 депутатов. К кому обратиться, я не знаю. Конкретно в моем доме, нету депутата определенно. Я потому на слушаниях и сказал, что нужно добиваться, и я буду теперь лбом стучаться во все двери, чтобы сделали одномандатные. Формированием избирательных округов занимается территориальная избирательная комиссия Десногорска, которая предоставит свои предложения по данному вопросу для утверждения на городском совете. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. 1 июня по традиции на Смоленщине стартует купальный сезон. Принять жителей и гостей региона будут готовы 48 официальных пляжей. 40 из них будут оборудованы муниципальными образованиями, оставшиеся 8 – частными лицами. Владельцам территории предстоит обозначить водные границы буйками, развернуть спасательные посты и организовать подготовку сезонных спасателей. Акватория большинства мест отдыха уже обследована водолазами, а с 23 мая техническое освидетельствование пляжей начали проводить специалисты МЧС по Смоленской области. Сотрудники спасательных служб в первую очередь уделяют внимание безопасности отдыхающих. 20 мая в администрации города провели депутатскую комиссию. На повестке дня были планово-бюджетные вопросы, вопросы комплексного развития города и социальные темы. Подробности в сюжете. Первым комиссия рассмотрела вопрос об исполнении бюджета муниципального образования в город Десногорск за 2018 год. По этому вопросу была организована внешняя проверка. В результате контрольно-ревизионная комиссия подготовила заключение. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует Десногорскому городскому совету к утверждению представленный отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год. Также на комиссии обсудили изменения в решении Десногорского городского совета о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Десногорск.
На прошлой сессии вопрос был отложен для того, чтобы финансовый отдел подготовил необходимую для принятия решения информацию. В итоге вопрос о снижении налоговой ставки для физических лиц с 2% до 0,8% был вынесен на сессию. Обсудили депутаты положение передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования. В порядок арендной платы будут добавлены несколько пунктов. Помещение в аренду может предоставляться в том числе и требующее капитального ремонта. Сами прекрасно знаете, в каком состоянии находится наш муниципальный жилой фонд, поэтому мы этим арендаторам предоставляем помещение, требующее значительного капитального ремонта. Следующими были вопросы о предоставлении нежилого фонда, безвозмездное пользование, об утверждении ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Десногорска. Депутаты вынесли на сессию и другие темы, среди которых благоустройство города, организация ТОСов, утверждение их границ и назначение даты собрания, организованного в Десногорске ТОСа. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Государственной Думе раскритиковали гражданские браки и браки как таковые. Там считают, что россияне женятся ради праздника. Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что молодые россияне не берут на себя ответственность за брак и развод. Для молодых людей свадьба – это в первую очередь повод для пышного застолья, за которое, кстати, в большинстве случаев платят их родители. Также парламентарий раскритиковала гражданские браки. Плетнева заявила, что нужно материально поощрять супругов, которые прожили в браке много лет, а также пропагандировать борьбу с разводами со школьной скамьи. Для этого она предлагает ввести в школы курс этики и психологии семейной жизни, который был когда-то в советское время. Последний звонок – важное событие в жизни школьников и их родителей. Свидетелями этого радостного светлого праздника удалось стать и нашей съемочной группе. Десногорские 11-классники попрощались с детством и школой. В честь этого радостного и немного грустного события в школах были организованы концертные программы. Ученики первой школы 11 А и 11 Б классов подготовили для своих учителей и родителей последний в школе концерт. Ребята выступили на сцене в роли ведущих новостей и всю программу показали зрителям в виде новостного сюжета. Теплые и искренние слова прозвучали в адрес директора школы Ирины Сысоевой. Она, в свою очередь, поздравила выпускников значимым для них событием. Дорогие ребята, это ваш праздник. Мы хотим вас поздравить с этим праздником, пожелать вам исполнения всех ваших желаний, чтобы сбылись ваши мечты. Присутствовали на празднике почетные гости. Глава города Андрей Шубин обратился к выпускникам с напутственной речью. Желаю вам хорошей сдачи выпускных экзаменов. Творите, дерзайте, во благо и процветание родного города. Многочисленные репетиции последнего звонка не прошли даром. Концерт был ярким и веселым. Выпускники много пели, показывали смешные сценки и даже смонтировали собственный фильм под названием «Опоздавшие». Каждому учителю школьники подготовили тематическое поздравление. Здравствуйте, Галина Николаевна. Ваши глаза цветом северного неба. Я хотел бы вас обрадовать. Я сдаю физику. Концерт в честь последнего звонка ребята сделали веселым и очень душевным. Впереди их ждет сдача экзаменов и совсем другая, уже взрослая жизнь. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Известные места в России, где можно отдохнуть этим летом, дешевле всего. Специалисты проверили данные о забронированных и оплаченных путешественниками номерах в отелях и пришли к выводу. Самым дешевым оказались проживания в поселках Черноморское, Межводное и Новоотрадное в Крыму, а также в Огое Краснодарского края. Сутки проживания здесь обойдутся не более 1500 рублей. Кстати, в Крыму с начала года отдохнули уже более 1 миллиона туристов, что превышает показатели прошлого года. И о погоде. 24 мая в Десногорске малооблачно, возможно гроза. Днем плюс 21, ночью 14 градусов тепла. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desna.tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вел Олег Соловьев. Всего доброго!